Okay, now I've put it on its side to prevent it from slipping. Now, let's keep crushing it. Whoa. Wow, look at that. It crushed it. Всем привет, и я надеюсь, вам понравился мой топ-5 самых таких, самых таких вещей, которые, самых сумасшедших вещей, которые, были раздавлены под гидравлическим прессом. И я думаю, что вы мне под этим видео поставите лайк и на канал. Ну, а если вам видео понравилось, то можете оставлять под видео комментарии, я обязательно все почитаю. Если вы будете задавать вопросы, я буду делать видео вопрос-ответ. Вы только пишите, делать мне это или нет. Ну, а так, всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пока!